Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня атака фортов, и решил я затестить нестандартный набор. К сожалению, я чары такие не вытащил, все, которые хотел. Но решил сегодня затестировать один составчик интересный Огненкой. Сейчас вам покажу. Огненка плюс ракушка. Тут у меня на многих героях стоят доспехи, то есть для увеличения жизни. Вот такие вот составы, то есть максимальные отражалки. Даже космос сделал, правда, ремку поставил, чтобы он ударил огник. В общем, такая вот пачка. Плюс есть еще Анубис такой же. Сейчас мы затестим, попробуем. Посмотрим, что с этого будет. Так, окей. То есть у меня герои сразу включаться однозначно не будут. Кроме Космо. Такс. И Анубиса сейчас сюда, наверное, поставим, потому что Фрэнки Фрэнкими. Так, Анубис, Анубис, Анубис. Где мой Анубис? Ну, эта пачка, судя по всему, будет сливная. Ну, ради теста потестируем. Так, что тут у нас? Тут так, вторая у нас будет Фрейя, этот Махатма, Лазуля, Роза, Рона возьмем. Блин, конечно, вот эта оптимизация хуже всего. До сих пор не могут они сделать, чтобы оно нормально показывало, отображало. Вот смотрите, 10 раз заходишь, один тот же самый бой. Просто жесть какая-то. Вот скажите, что это нормально. Что за бред? Оптимизация высший уровень. У меня уже здесь пачка воюет фиг знает сколько. Уже забрал вторую, а тут еще один и тот же самый бой. Супер. Баги. Я люблю вас. Вот посмотрите, вот скажите, это разве нормально? Это просто бред полный. И показывает 1-1. Так,
Так, нам больше всего интересна первая пачка, вторая не столько интересна, у нас уже слили даже часть. Так, жалко, у меня Махатма без утекания. Посмотрите, что она делает. Просто жесть. Вот, смотрим, вот это будет интересней. Посмотрим, как Огненка сейчас будет справляться с ракушкой. Кстати, Ронин будет сам себя убивать об Огненку. Должен, по крайней мере. И об ракушку. Так, отлично. Единственное, что тут такую пачку будет шатать Фрея. Однозначно. Ух ты, нифига себе. Космо минуснулся. Вот так вот. Единственное, что Фрей... О, отлично. Восстановила. Да, там кто-то был с отражалкой. Отлично, вот это будет интересно. Так, опять Космо, не Космо вроде жив. Не все живы. Ну ничего так, получается герои выживет, только должна выжить Фрея и Огник вражеские, если они ударят. Но опять же, у меня не сразу же отхил. Вот Фрея наконец-то появилась у нас против нас. Кто у нас слился? Кто-то нет, никто так и не слился. Окей. Побежали сюда. Там уже опять подбивали у нас. Супер. Назначили время. 24 человека. В то время как у всех. 30 давно.
Ну, вроде как бы и неплохо, но опять же смотритель все решает. Смотр, конечно, многое будет решать. Вот видите, здесь сработал лазуля и мне все испортил. Ну, плюс Фрея, то, о чем я говорил, что против Фрея реально будет сложно. И плюс у героев, получается, уже нету ожива. То есть Фрея, Лазуля, и я ничего не сделаю. Но есть свои плюсы. Да, то есть надо пробовать. Космо просто улетает. Оживу ставить, как вариант. Огненка плюс ожива, ракушки. От ракушки смысла вообще никакого нет. Вот так вот. Хорошо. В принципе, понятно. То есть огненка классная, ракушка, ну такое себе получается, даже если ты там отражаешь урон, ракушка срабатывает, либо то, все равно тебя сливает смотритель. То есть какую бы ты ни поставил прокачку, все равно смотр будет тащить. Такс, что там у нас по времени? 7 минут. Ну, в принципе, все, с этим тестом понятно, то есть я вам показал пачку с отражалками и против Фреи, скажем так. Ну, нужна тоже Фрея, чтобы дамажить побольше, но смотр все равно решает. Пишите комменты, что вы думаете, какие пачки вы хотите увидеть. Я побежал собирать следующий состав, пока есть у нас время.